Здравствуйте, меня зовут Михаил Бакуменко. Представляю вашему вниманию возможности функции секвенсора или многодорожечной записи, которая предназначена для создания ваших аранжировок. Для записи вы можете использовать 16 каналов. Рассмотрим, как можно записать музыкальные партии, а затем отредактировать их для получения качественной аранжировки. Партии основных компонентов аранжировки, баса, ударных инструментов, фонового гармонического звучания можно записать последовательно. Также можно воспользоваться функцией автоаккомпанемента, предварительно выбрав стиль. Каждый инструмент при этом будет сохранен на отдельной дорожке. Теперь, после записи автоаккомпанемента, запишем основную мелодию. Далее запишем несколько подголосков, чтобы аранжировка звучала более оформленно. При помощи функции микшера отрегулируем баланс громкости и добавим немного реверберации. Теперь наша аранжировка будет звучать более профессионально. В данном инструменте 4 независимых процессора эффектов. В зависимости от ваших художественных задач, помимо реверберации, можно применять эффекты более чем 200 различных типов, назначая их на разные элементы вашей аранжировки. Попробуем поэкспериментировать с эффектами. Теперь, когда мы произвели запись и обработку музыкального материала, мы можем сохранить свою композицию в формате MIDI, чтобы позже продолжить работу с ней, или быстро получить звуковой WAV-файл при помощи функции аудиозапись. Желаю вам творческих успехов!